Начался новый учебный год. Пора открытий, приобретения драгоценных знаний и впечатлений. На радость челнинской детворе сейчас в Автограде находится уникальная выставка. На ней ребята могут не только больше узнать, но и лично понаблюдать за повадками экзотических животных и бабочек. Парад бабочек – это более сотни уникальных красавиц. Все они – экзотические насекомые и не встречаются в наших широтах. Здесь можно понаблюдать, чем питаются бабочки, и даже подсмотреть зарождение жизни. В отдельном кубе находится более 100 коконов. Некоторые из этих насекомых живут неделю, другие – всего лишь сутки. Поэтому каждый раз посетители будут встречать новые персонажи этого воссозданного тропического леса. Экзотические животные ждут гостей и в соседнем зале. Парад обезьян представлен тремя десятками видов. Обезьяны отличаются внешним видом, размерами и темпераментом. Лемур удивит нерасторопностью и гибкостью. А белоплечий капуцин совсем не прочь познакомиться. И неспроста его зовут Антоша. Он очень общительный и с радостью идет на руки. Этот зоопарк контактный. На животных можно не только смотреть, но гладить их и кормить. Посетители могут понаблюдать за уникальным карликовым кенгуру-альбиносом. Недалеко прогуливается дикобраз. За ними гордо наблюдает львица. А в противоположном конце выставочного зала гости гладят 4-метрового удава. В нашем регионе другой возможности нету. Ну, конечно, можем в Ижевск ездить. Ну, долго, далеко. Ну, а приобщать все равно надо, показывать это образование. Выставка бабочек и животных только начала свою работу и пробудет в ДК «КамАЗ» до 24 сентября.